Добрый день! С вами «Зеленый огород с любовью». Сегодня мы поговорим о том, что же нужно делать с семенами перед посевом. Я вам расскажу о своем опыте, что делаю я. Я ни в коем случае не буду призывать вас и не призываю повторять за мной. Просто я делюсь своим опытом. Многие споры идут, чем же лучше замачивать семена для обеззараживания водкой, перекисью водорода, зеленкой, марганцовкой, фитоспорином. Очень много сейчас всяких биологических и химических веществ для обеззараживания семян. Я вам расскажу, что делаю я, и у меня получается всегда очень высокий, ну, 99% качественный урожай. Для этого я вначале беру, замачиваю семена ровно на час в чистой воде отстойной, чтобы вода не содержала ни хлор, абсолютно ничего. Вот смотрите, в первом объеме с водой у меня замоченные семена Андрюша. И вот в пачке их было ровно 10 штук. И вот видите, какой результат. Ровно 10 штук утонули, потонули. Нету ни одного бракованного семени. Теперь же мы посмотрим на семена баклажан черный красавец. Я вот на глаз высыпала сюда семена, и вот что мы видим. У нас всплыли семена пустые, и есть даже одно черное зернышко. Естественно, вот эти семена, их нужно убрать. Их нужно убрать и выкинуть. Теперь у нас получается здесь галич. В галиче тоже мы видим 50 на 50. 50% потонуло семян, 50% плавают всплывшие. Естественно, я их сейчас тоже буду убирать, выкидывать. И получается баклажан-алмаз. Вот тоже. Почти что, ну, наверное, 60% утонуло, 40% всплыло. Естественно, я эти семена, конечно, тоже сейчас уберу и удалю, выкину. Потому что с них толку не будет. Вот эти семена у меня сейчас в воде простоят ровно час. Затем я их промою чистой водой, разложу на бумажные салфетки и подсушу. Они у меня подсохнут. И завтра перед посадкой в грунт я их буду замачивать в хлоргексидине. Вот этот хлоргексидин, он на водной основе. Так, как же вам лучше показать, чтобы было видно? Вот. Я этим препаратом пользуюсь уже не первый год, обеззараживаю семена. Я им очень довольна. Схожесть стопроцентная. А как мы знаем, хлоргексидин, он у нас идет как антисептик, как борец со всякими вирусами, грибками. Не знаю, вот честно сказать, на данный момент я пользуюсь только им. Я пробовала и зеленку, и водку. Ну, от зеленки тоже хороший результат. Но хлоргексидин действительно меня поразил. Завтра перед посадкой я на 30 минут залью вот эти подсохшие уже семена хлоргексидином. И сразу я буду их сажать в грунт, не промывая. Спасибо вам за внимание. С вами был канал «Зеленый огород с любовью». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго. До свидания.